Главная особенность Дня здоровья – возможность пройти всех специалистов за час или немногим больше. Для удобства есть специальная схема. Во дворе передвижной флюорограф, есть аппарат ультразвуковой диагностики, возможность оперативно проверить содержание сахара в крови, а это первый шаг к выявлению сахарного диабета. Если первый тип требует обязательного приема инсулина, то второй может протекать относительно незаметно. Узнать, что человеку срочно требуется смена образа жизни, рациона питания, поможет выявить только специалист. Нет классического симптомов сахарного диабета второго типа, но есть нехарактерные, то есть немотивированная слабость, утомляемость, повышенная вялость, сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, прибавка веса или, наоборот, резкое снижение веса. Опасно даже не само заболевание, а то, к чему он может привести, в частности, осложнение сахарного диабета, осложнение на глазах, на почках, на сердце. Я бы рекомендовала в любом случае обратиться в медицинское учреждение и первым шагом проверить уровень глюкозы крови своей.